эфире национального канала «Проспект Весна», где всегда солнечно, ясно и тепло. Сегодня мы будем говорить о самосовершенствовании. Будем учиться играть на гитаре, танцевать фламенко, а получим практические рекомендации для того, чтобы жизнь стала в кайф. Здравствуйте, мы начинаем. Весна – это, конечно же, пора любви, это пора романтики, время, когда пробуждается природа. Хорошее настроение нас не покидает, а душа хочет петь. Если вы любите петь, но понимаете, что любить этого мало, для вас наша информация будет наверняка очень полезной и интересной. Научиться петь, мало того, еще и сразу заиграть на инструменте легко и просто. В этом уверен наш сегодняшний гость. Я рада представить вам Иннокентия Винокурова. Надежда. Надежда Долбарёва. Так за какое же время можно научиться играть непосредственно на гитаре? Да, довольно-таки вопрос сложный, на самом деле, потому что люди, которые к нам приходят и занимаются у нас, они совершенно все разные. Вот, у каждого своя позиция к музыке, она совершенно разная. Вот, у каждого свои способности. Вот, то есть мы наблюдаем то, что человек... Женщина 40 лет приходит к нам, и 12-летняя девочка. Они приходят в одно время, занимаются в один и тот же срок, но результаты совершенно разные. То есть девочка за 8 занятий, то есть за месяц, она может приобрести уже какие-то начальные навыки довольно успешно. То есть качество игры будет довольно-таки на высшем уровне. А женщина где-то уже, ну, сами понимаете, где-то вот у нее не получается на самом деле. Это все зависит от практики на самом деле. То есть как человек... практикуется, гитара же непосредственно инструмент, где нужна практика. То есть я по себе могу сказать, то, что каждый день или через день хотя бы нужно практиковать свои навыки игры. Ну, люди разных возрастов занимаются. Конечно, безусловно. Начиная вот, вот наша ученица, кстати, начиная с 9 лет и до нам и под 50 лет, и бабушки у нас занимаются. Ух ты! То есть довольно-таки обширный возраст такой. Преподаватели, кто преподает? Да, преподаватели у нас молодые, работают со мной уже на протяжении полгода, даже больше, больше полгода, с образованием, соответственно, с музыкальным. То есть у них огромный опыт игры, они то есть у них есть достижения свои по музыке. Вот. И что касается результатов, то есть я могу уверенно сказать, что результаты они несут очень большие для наших учеников, кто у нас занимается. Ну вот мы буквально вчера съездили в студию Иннокентия, познакомились с ребятами, которые, в том числе и Настя там была. Давайте посмотрим, что говорят ученики. Я сюда хожу уже как 5 месяцев. Я научилась много разных песен играть. Сначала мама мне сказала, что типа, ну, давай будешь на гитаре играть. Я думаю, как? Ну, не знала вообще. А потом как научилась, мне сразу нравится. Вообще, это песни, это вообще очень. Особенно, когда играешь, под них можно еще и петь, и все остальное. Здесь ребята очень дружные, очень. Так, со всеми так общаешься здесь. Вот, Саша, у нас ей преподаватель зовут Еремей. Когда я сюда пришла, он меня начал учить. Сначала, как правильно держать гитару, затем мы учили этот вальс, все так все, вот, все на первой струне, кстати, играли. Потом я пришла сюда в апреле, был Джилустан, Еремей, да. Я сюда пришла, и, ну, мы еще подучили «Алые паруса», и Джилустан мне тоже много чего научил. Настя, будешь играть ритм, аккордами, а Саша, будешь играть вокальную линию, хорошо? Раз, два, три. Thank you.
семье вот папа играет на гитаре, у меня дедушка на гитаре играл, мамин папа играл на гитаре. Вот я решил себя тоже в этом попробовать. У меня в руках электрическая гитара. Сначала я играл на обычной гитаре акустической, потом, когда я вот уже подучился играть, пока так более-менее уже несколько композиций выучил, решил электрическую гитару попробовать. У электрической гитары звук более такой красивый. Акустическая гитара, она звучит так немножко просто, а у нее такой электрический звук, как будто так ток проходит. Но я предпочитаю музыку громкую, то есть, которая шумит, неспокойную музыку. Спокойная музыка меня немножко раздражает. Это очень красивый инструмент, то есть вот это звучание, все вот это вот мелодии, которые на них играть можно. Мы находимся на проспекте Весна, у нас тепло, даже жарко немного. Мы продолжаем беседу с Иннокентием. Иннокентий, расскажите, как пришла идея открыть замечательную студию? Идея довольно пришла полтора года назад. То есть я вообще хотел заниматься чем-то. Именно два года назад мне пришла мысль заниматься чем-то вообще. Вот, то есть я пробовал много. Не знали чем? Я не знал чем. То есть я, наверное, думал, размышлял, чем мне заниматься. И вспоминал, чем же я в школе занимался. Я музыкой занимаюсь еще со школы. То есть я в школе пел, ходил на вокал. Вот, научился играть также на инструменте. Вот, и решил как-то это все связать. Вот. И два года назад я начинал продавать гитары, то есть возил в Санкт-Петербург гитары и продавал здесь в Якутске. А сначала вы начали продавать гитары? Да, их продавал. Заниматься. То есть во время продажи именно гитар мне звонили, а вы обучаете игре на гитаре? Я говорю, нет. Второй раз звонили, вы обучаете игре на гитаре? Я опять же говорил, нет. Большими буквами написал на объявление, что продажа акустических гитар. Мне третий раз звонили. Вот. Но с гитарами, конечно, у меня не получилось. А вот в 2015 году, в ноябре, я решил именно запустить направление обучения игре на гитаре. Вот. Как я к этому пришел? К этому я пришел не сразу тоже, опять же. Я проходил различные тренинги по созданию и развитию своего дела, читал различную литературу. То есть никаких знаний изначально вообще не было. Вот, приходило все с опытом. Работал в различных компаниях, менеджером по продажам, опять же, и холодных звонков. То есть навык коммуникации с людьми я постепенно нарабатывал. Только потом я смог что-то вообще, в принципе, открыть, сделать. И да. Сделал я это, конечно, при минимальной сумме. Вот. А то многие могут подумать, то, что там 50, там, 100 тысяч, он смог что-то открыть. Нет, на самом деле, сумма была совершенно минимальная. Вот. Здесь пригодились мои навыки именно коммуникации с людьми. И как правильно упаковывать продукт. Так. Ну, продукт я называю именно вот обучение игре на гитаре. Вот. Как предоставить это целевой аудитории. Вот, чтобы люди понимали как-то. Вот. И в 2015 году, в ноябре, я вот начал уже по направлению игре на гитаре. Тогда было у меня уже 15 заявок. Из 15 прибывших на пробные бесплатные занятия записалось 13 человек. Оттуда все и пошло. Здорово. Это отличное дело. Дело, которое вам нравится. И направление второе есть. Обучение эстрадному вокалу. Также сейчас мы собираемся синтезатор уже запускать. Синтезатор. Да, и дальнейшие направления наши еще, я не буду их оглашать. Вот, то есть идей много, и то есть планов очень достаточно на будущее. Вообще, чтобы делать в Якутске качественный сервис, чтобы было вот людям, чтобы им было удобно и приятно. Вот, собственно. Приглашаем активно в вашу студию всех желающих. Ну, Настя как раз-таки в сюжете сказала, что она 5 месяцев уже обучается. Давай еще раз послушаем и насладимся. Настя. Песню, которую мы знаем. Играй, да? Поехали, да, пой. Пой, играй, да? Да.
У синего моря, где бушуют бураны, жила там девчонка с именем странным. И часто бывала она на просторе, в мечтах уплывала за синее море. Алые паруса, алые паруса, алые паруса, паруса, а соль плюс грей. Классно. Спасибо, Настя. А ну, у нас в гостях еще одна замечательная девушка, тоже прекрасно поет. Алена, спасибо. Как давно вы научились петь, расскажите. Ну, я думаю, что этому учиться до конца прям вот так вот невозможно. Угу. Всегда, я думаю, все люди творческие со мной согласятся, что чем бы мы ни занимались, важно развиваться до конца своих дней. Угу. Проще сказать, что я просто запела в какой-то момент своей жизни, юной, подростковой. А далее, да, продолжала совершенствоваться, брать уроки. Ну, у нас на актерском курсе, если на то пошло, вокал обязательный предмет. Да. Угу. Ну и в том числе, конечно, да, какие-то были уроки в других городах. Угу. Что касается вокала сейчас, то он у меня немножко в заморозке. Ага, пока пауза небольшая. Пока, да? Пауза небольшая, угу. Потому что есть фламенко, есть театр, угу. Есть другие проекты, которые, угу, хочется развить. О которых мы обязательно поговорим. Я думаю, наши телезрители узнали в лице этой прекрасной светлой девушки не только певицу и актрису театра, но и танцовщицу фламенко, преподавателя кундалини-йоги, а также основателя, руководителя школы искусств Арте. Правильно? Правильно, да, Катя, все. Но, правильно, спасибо. У нас впереди, как я уже сказала, небольшая рекламная пауза. Впереди все самое интересное. Оставайтесь вместе с нами на нашем проспекте. Добро пожаловать на проспект Весна. Мы начали беседу с Аленой Лисицей, с прекрасной, красивой, удивительной женщиной, которая известна нам как руководитель школы искусств Арте. Алена, вот вы пришли не с пустыми руками. Не могу не обратить внимание на... Да, я часто мне про фламенко задают вопрос, в чем же его танцуют, да? Угу. Что же это за обувь? Вот я специально хочу ее показать. Такие вот здесь есть набоечки. Это как гвозди, да? Да, и они именно гвоздики, отдельные, mm-hmm, гвоздики. Нельзя сделать цельную пластину, это будет совсем другой эффект. Зачем они? Есть, идет специальный супинатор, амортизирующая прослойка обязательно, mm-hmm, для того, чтобы смягчать удар при нагрузке, да? Потому что нагрузка достаточно большая приходится. Ну, эта туфля у меня сравнительно новая. Две предыдущие пары, они, конечно, уже совершенно не в том виде, как это. Здесь конфискованы шнурки на старые туфельки. А нужно это для того, чтобы удар был звонким и глубоким. Но важно еще покрытие, половое покрытие важно. То есть не каждое покрытие подойдет. На кафеле, к примеру, этого не будет абсолютно. Если так грубо немножко сравнить, да, то полы – это, ну, как продолжение, будем говорить так, искусства фламенко, потому что играет большую роль, на каком, в каком вообще помещении, в каком пространстве, на каких полах исполняется танец. Ну, нам известно, что танец фламенко, он длится долго, времени у нас не хватит, чтобы его полностью танцевать. Это целое отдельное искусство, да? Да. Может, да, быть, какие-то элементы? Да, конечно. Давайте самое простое. На чем вообще строится фламенко? Это на ритме. Если у нас нет ритма, характерного испанского фламенковского ритма, то о фламенко быть речи не может. И мы говорим не просто о ритме, как мы в привычном понимании в классической школе, да, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, или раз, два, три, раз, два, три, четыре, раз, два.
во фламенко ритм – это ритм сердца. Так. И мы его не просто... не просто стучим, да, где-то параллельно еще о чем-то думаем, а передаем, что у нас внутри, изнутри. В каком я настроении. Uh-huh. Но при этом, безусловно, есть база, схема. Я не могу настучать какую-то придуманную собой схему, она все равно будет в заданных рамках. И любой ритм, он находится в компасе, 12-счетный ритм. Вот давайте просто, может, вместе попробуем. Давайте. Дос, трес, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Можем встать. Трес, cuatro, cinco, seis, ocho, diez. По-русски буду считать. Есть акценты, основные акценты. Раз, два, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, два, раз, два. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Я вам покажу дальше, как строится. Это вот база, на которой строится абсолютно все. Любое движение. Дос, ун, дос, трес, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Мы не можем сделать поперек ритма. Все будет в ритме. Все будет в этом ритме, все будет в этом такте. Потрясающе, Алена. А, знаете, у вас столько, так скажем, увлечений в жизни, да? Вы и йогу преподаете, вы и актриса прекрасная, вы и вот просто фантастически танцуете фламенко, да? Хотя я лично не видела, но уже понимаю. У меня такой вопрос. Занимаетесь ли вы, делаете ли вы что-то своими руками, рукоделие? Пожалуй, что я делаю? Заправляю постель руками дома, мою посуду, мою полы в своем зале, в доме. Больше нигде не мою. И ничего. Но я неспроста задала. Ну, готовлю кушать, конечно, иногда. Последнее время очень. Вот с тех пор, как я ушла с театра, с государственной службы и решила действовать сама, открывать свою школу. Сейчас на базе нашей школы открывается учебный театр. У нас будет дебют у одной из моих учениц, актрис. Вот она в воскресенье будет выступать, она будет читать монолог Марьяна Беленького «Последний шанс». Комичный монолог о том, как женщина... Ну, последний шанс какой? Выйти замуж. Очень смешно, интересно, ну... Вот, конечно, времени стало очень уходить, очень много, поэтому, на рукоделие у меня точно времени не остается, и даже, честно говоря, желания нет. Я неспроста задала вам этот вопрос. Сейчас многие увлекаются хендмейдом. Чего только не делают, не так давно открылся такой специальный магазин под названием «Кукломания», где продают все для души, все для того, чтобы сделать своими руками неповторимую куклу. Давайте посмотрим. В 18-19 веках куклы были уникальными, массово их еще не производили, а это значит, что каждая игрушка имелась в единственном экземпляре. Такую роскошь могли позволить себе не все. В наше время в любой девичьей комнатке мы непременно увидим кукол. Также сегодня кукол все чаще используют как декоративное украшение интерьера. Вопрос: где приобрести куклу для своих определенных целей? В «Кукломании» вы всегда найдете ряд шарнирных, тряпичных, восковых кукол Тильда и многих других кукол ручной работы. Куклы именно ручной работы, сделаны очень аккуратно, кропотливо, с любовью. Это очень важно, потому что важно, что несет себе кукла. У нас куклы берут в основном на торжества, на дни рождения, юбилеи. Вот, и поэтому хотелось бы, чтобы она несла себе частичку любви. Здесь же, в лавке кукольного мастера «Кукломания», вы найдете все материалы и даже литературу для создания своей неповторимой куклы. Ткани, парики на любой вкус, большое количество обуви, аксессуары – это сумочки, очки, шляпки. Можно создать любой образ. Для полимерной глины у нас есть инструменты и все такие средства более профессионального плана. Или у нас хорошо берут литературу специальную для текстильной куклы, шарнирной.
Есть также обучающая литература, очень полезная и интересная. Для своих любимых покупателей «Кукломания» постоянно проводит акции. Не упустите возможность поймать солнечного зайчика. Ваша удача на товарах с желтыми ценниками. И еще одна акция. За каждую покупку на 300 рублей вы становитесь участником розыгрыша на подарочный сертификат на 500 рублей. И эти же сертификаты у нас тоже можно приобрести в магазине от 500 рублей и выше, как хотите. Кукломания открыта для всех. Если вы хотите сдать своих кукол на реализацию, добро пожаловать! Мы находимся на Поярково 20/1 и всех ждем к нам в гости. Будем очень рады. Даже если вы не являетесь коллекционером и далеки от волшебного мира кукол, заглянув в лавку кукольного мастера, вы все же вряд ли сдержите свое восхищение. Что ж, спасибо, Алена, что зарядили нас испанскими мотивами. Мы обязательно ждем вас в нашей студии еще. Я думаю, нам есть о чем еще о многом поговорить. Всегда с удовольствием. Ну, а постояльцы сети Instagram, пожалуй, наслышаны хэштегом Life в кайф. Под наименным названием проходят вебинары, семинары, коучинги, которые проводит наша землячка Надежда Долбораева. Это хрупкая, нежная, прекрасная, красивая девушка сегодня в нашей студии. Здравствуйте, Надежда. Здравствуйте. Вы помогаете людям в поисках правильного пути. Ну, как? Во-первых, нет слова «правильное», в поисках их индивидуального пути, чтобы они максимально раскрыли свои таланты, свои возможности, ничего не боялись и поняли, насколько они прекрасны и всемогущи. Отлично. Вы буквально на днях вот, да, приехали в Якутию, у вас была какая-то определенная цель. Что да, у нас прошел тренинг «Хочу, могу, надо», где мы в три блока разбирали, какие у нас есть мечты, устремления, какие у нас есть блоки, которые мешают идти вперед, и как с ними бороться. Так. А каких возрастов люди посещают ваши тренинги? Самых разнообразных. У меня есть школьницы. Не только молодежь. Нет, есть школьники, есть пенсионеры. Мы все очень дружим, у нас уже целое сообщество лайфкайферов. Мы друг другу помогаем, ребята даже бизнесы открываются вместные. И это просто невероятно, сколько живет и во что это теперь уже выливается. Да, это очень интересно. И все дружат, и малые, и старые. Но не только вот в Якутске, вы также известны и в Штатах, да? Да, но моя основная деятельность происходит как раз в США. А в вебинарах, в онлайн-тренинге LifeKaif участвуют в основном Америка, Якутия, Казахстан. Да, в основном такие вот страны. Что планируете, что намечаете впереди для своих? Сейчас я активно сотрудничаю с американскими вузами, с Columbia University, с Chicago Bulls. И вот в августе у меня будет курс совместно с ними, LifeKaif Company моя. И вот эти университеты организуют летние бизнес-курсы. Вот. Кроме того, моя компания теперь занимается поставкой кадров по всему миру. Это как творческие профессии. Мы ищем артистов оригинального жанра, отправляем их в Дубай, на Гоа и в Америку в том числе. Они выступают, могут там, все оплачивается, проживание, питание. Только, пожалуйста, приедьте, выступите, получите свой гонорар, покажите нашу республику, нашу Россию. И это просто очень красиво. Мы даже звезд российского масштаба теперь приглашаем. Привлекайте, да? По всему миру. Угу. Что ж, спасибо, Надежда. Вообще вот новый день, да, такой вот, хотелось бы от вас совет, рекомендации, да, с чего начинать? Вот ваш семинар назывался «Хочу, могу», да? Надо. Хочу, могу, надо. Да. Ага. С этих слов надо начинать, да? С того, чего я хочу сегодня сделать. Не того, что мне нужно, там, начальники, будильники, нет. А как я в тех условиях, которые у меня есть, могу привнести максимальное счастье и радость в этом мире.